Клубы черного дыма напугали жителей сразу нескольких районов Челябинска. Вот такими кадрами жители столицы Южного Урала делились в социальной сети. Клубы черного дыма были видны издалека. Очевидцы сообщают, что слышали хлопки и даже взрывы. Как позже выяснилось, на улице Первая Потребительская 2А. Прямо около автозаправки вспыхнул бензовоз. На место выехали сразу несколько машин МЧС. Пожару был присвоен второй номер сложности. Огонь тушили пеной. Обошлось без погибших и пострадавших. Благо, пламя не успело перекинуться на бензоколонки, иначе взрывом могло разнести всю округу. Причина возгорания выясняется. Возможно, в кабине грузовика замкнуло проводку, хотя неосторожное обращение с огнем не исключается.